Та приближается. Ай, сука, блять, сорян! Да я не ту кнопку нажал! Что, понеслась? Не думает, стоит на месте. Координаты. Брат, спасибо. Я примерно обычно. Да есть у него наколки, успокойся, сутенер, ёпта. Смотрите, какие именно. Конечно, у тебя есть наколки. Какие именно? Какой? Чертик закидывает уголь в топку, бля. Мне нужны пароли, явки, да. Пошли дальше. Да, Петька, пишешь, все сводишь. Ты ж приятель. 150, пошли. Какие тебе наколки еще нужны? Мне нужна картинка, змеи. Кулик в дубку, а змея тебе померещилась. В стиле Эклипса. Блядь, скилл. Улей. В каком стиле я не расслышал? Я нашел паука. Серьезно? Граблен раз. Тут голубые патроны есть еще. Давай сразу его ебать по-быстрому прям. О, еще лампа Колмана. Да-да-да. Когда он рядом со статичной зажженной, стреляй по ней. Это сложнее. Пусть он рядом. Топоры, мачете, напомните посмотреть. Ты хотел сразу... У тебя мачете, что ли, рука? Да. Ну, или его бани его. Выстрелы 300 метров. В тазике посижу, я в домике. Воу-воу-воу-воу, блядь, ебать, это скоростно. Но это не! Выстрелы продолжаются. Это с 5. Ну, загорайся, тварь! Шут ты нахуй. Да, приближается. Ай, сука, блять, сорян! Да я не ту кнопку нажал! Сорян. На крышу. Кто дверь открыл? Я. Не открывай ее. Он бежал, братан. Хотел пасть так же, как сектор. Да мой косяк, блядь. Случайно его. Все, изгоняем и по местам, давайте. Ну, изгоните, за лампу к нему бросил. Сам он загорелся, ёпта. Да-да-да. Знаем, мы это сам сгорелся. Туши, тушим свет. Все ближе. Да, да. Капканы там. Да, 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 мы поняли. Лампу Колмана тушим. Так, я изгоняю?
Да, что ты ждешь? Не, здоровье. Пикап кранов нету. Нуль! Зеро! Кому он после изгнания нужна? Да нет, он тихо, вообще. Тихо. Я шаги. Вот так у окон не стой. Верный способ получить в череп. Забаррикадирован дверь выбивается с помощью. Чего? Забаррикадированные двери выбиваются дробовиком, если чё. Услышал. Мало кто об этом знает. Знать не знал. И не видать. Но к нам уже на полных парах мчаться, так что... Знаете, что делать. Так, входа два, вот этот вот. И тот, который с другой стороны такой же. С такой же. Нужны кому? Не-не. Полный. Второй отряд. Так, беру я и Маник. Ну мы берем и, сидим, пердим, потому что нам уйти не дадут. Хотя. У меня нулевой охотник, вы не хотите за мясником пойти? Нам не дадут выйти. Нас стреляют с двух сторон. Два отряда Маник сказал уже. Они уже подходили сюда. Если, конечно, они не струхнули, не свалили, что маловероятно. Ну, значит, берем награду и сидим-пердим. Сначала убиваемся, посмотрим. Потом идем дальше. Смотрим. Или вы съебаться хотите? Посмотрим по жизням, как будет. Если, ну, я вообще победить хочу хоть как-нибудь. Хотя бы. Лучше сразу двоих ебашить. Значит, смысла нет. Ага, все понятно. Так, и им до выхода нормально. Если сейчас берете подсказку, сканируете место, рядом никого, сразу уходим. Сразу на мясника? Нет. На выход. Сразу, мы не успеем, даже если пойдем этот, как сразу возьмем. Все, я понял. Я игру не покупал. А, в воде! В воде кто-то! Кто-то в воде! Метка. Слышу, идет. Метку, координаты. Где-то здесь. Прям слышал, кто-то шел. Не то, возможно, быть, ради Иисуса. Возможно, под стеной уже у нас здесь. Девяносто, Маник, должен быть около паука. Я около паука, ты где? Берем. Кто-нибудь один, осмотритесь. Маник, смотрись. Рядом не вижу. Все, уходим, сразу уходим. Никого. Все, на выход в сторону 60-75, давайте. Там... Выход не здесь. Там двери железные есть. 60-75, давайте. Если вы были оттуда, там мы идем сейчас. Обходите слева. Ближе к левой стороне. Старайтесь воды. Успел. Стараемся воды сберечь. Ты треугольник помнишь, Айра? Да, да, я из воды хочу выйти и встать нормально. Я в воде не боец. Напоминаю, 60-75. Парни, 60-75, где? Бежит два грунта. О, блядь. Маник отстал. Маник! Контакт!
Я ж попал, блядь! Можно, может сверху спрыгнуть просто. Да, сверху. Что он сейчас и сделает, походу, блять. Я, у меня видео не закончилось. Есть, убил одного. Блять. Я сел. Это гарпун, аккуратно. Маник, беги! Маник, давай, ноги. Смотри, где он. Слева наверху попал. Да, но не убил. Но он без жизни. Давай, напади на него. Чего? Все. Вот сколько ты у него отнял, я не понимаю. Вот как это работает? Ой, да ты нахуй, блять. Это я выстрелил. Попка. Третий где? Третьего видели? Нет. И проверять не хочу. Лутаем этих, убегаем. Так, номер один. Аптечка здесь сразу. Ага. Вниз, блядь. Что люди, блядь. Это я. Благодарю. Тот не стонал, кстати. Я его поджег напоследок. У нас кто встает? Сейчас придется вы. Успеешь? Время. Сейчас отсчитывай. 15. Успеваю. 11. Господи, успокойся, 10, я уже здесь. Покуха, брателла, я уже здесь.